Мы призываем Твое имя, Иисус. Знаете, мы сейчас будем петь песню. Там есть такие слова: «Яви свою славу, яви свою силу». Если тебе нужна Его слава, Его сила в твоей жизни, в твоих обстоятельствах, призывай сейчас Его с верой, немало не сомневаясь, что Он придет, Он даст. Он даст силу, Он явит свою славу. Просто верь. Просто поднимай к Нему, не смотри ни на кого, подними к Нему свои руки. Открой свое сердце, открой свои уста. И пусть твоя вера сейчас, она высвободится через это пение, через эти слова. Иисус, яви свою славу, яви свою силу в моих обстоятельствах, в моей семье, в моем организме. Там, где ты нужен, Боже, яви свою славу. Ты Бог великий. Ты Бог, творящий чудеса и посудей. Ты Бог, который исцеляет те болезни, перед которыми врачи разводят руками. И даже если стоит сейчас какой-то диагноз, мы просто призываем имя Иисуса, Его кровь на этого человека. И мы верим, что Господь, Он может отменить этот диагноз. Господь, к Тебе приносили всех больных, расслабленных, хромых, слепых, одержимых. И Ты каждого исцелял, Ты исцелял. Господи, Ты великий Бог, Ты Бог чудотворный, Бог сильный, Бог крепкий, Бог, творящий чудеса, Бог, которому подвластно все, Бог, который держит эту землю, которому намного превыше всего, что мы видим, слышим, осязаем. Мы не можем даже представить, насколько велика и огромна Твоя сила и могущество. Царство Твое неизведимо, Ты шествуешь на крыльях ветра, Господь, Ты Бог. И Ты, Господь, всех господствующий. Свою славу, я верю, свою силу.